Как определить, влюблена ли в тебя девушка, женщина? Девушка или женщина, испытывающая чувства к молодому человеку или мужчине при встрече, будет очень говорлива, тем самым скрывая свою нервозность и смущение. Ее сознание будет переполнено мыслями о ее избраннике и с подругами, все темы она будет всегда переводить на любимого молодого человека, мужчину. И если есть еще сомнения в ее чувствах, стоит аккуратно спросить у ваших общих или не очень близких друзей и знакомых. Они уж точно могли заметить ее навязчивое желание говорить о своем парне, мужчине. В разговоре с любимым человеком она обязательно будет проявлять внимание и доброжелательность, аккуратно вглядываясь в глаза. Всегда обращайте внимание на ее реакцию на твои шутки. Влюбленные девушки всегда смеются, причем над любыми. Предложите ей непривычный для нее поступок, например, погулять до утра по городу. Если она равнодушно отреагирует, то чувств нет. Влюбленная же будет счастлива и точно согласится. Прислушивайтесь к ее манере общения с вами. Если с другими она разговаривает спокойно, а с вами немного теряется и смущается, значит, вы в ее сердце. Если она флиртует и принимает очень соблазнительные позы, повторяет твои движения и фразы, значит, ты ей не безразличен. Каждая девушка и женщина мечтает о любви и достойном избраннике. Не стоит мучиться сомнениями, совершайте великие поступки, завоевывайте ее и будьте счастливы. Антон, 18 лет. Я всегда смущался и не понимал, как узнать, испытывает ли моя девушка ко мне реальные чувства. И проверив все способы, я понял, что она и вправду влюблена. Я сумел перебороть страх и признаться ей в своих чувствах. Как смотрит влюбленная девушка, женщина. На самом первых этапах зарождения чувств, когда нет возможности прикоснуться, обнять или просто даже сказать вслух о назревающих чувствах. Девушка или женщина глазами просто кричит о своей влюбленности. Ее взгляд будет светящимся и нежным, и по его глубине уже можно многое понять о ее чувствах. Если девушка или женщина задерживает на тебе взгляд более 5 секунд, значит, она влюблена. Зрачки расширены, это тоже верный признак влюбленности. Взгляд, следящий за каждым движением, когда ты просто не можешь от него ускользнуть, точно принадлежит влюбленной девушке, женщине. Можно ли влюбить в себя девушку, женщину специально? Заставить любить, конечно же, никого нельзя. Но приложить максимум усилий, чтобы завоевать понравившуюся девушку или женщину для парня или мужчины поистине благородной, может обернуться успехом. Что нужно для этого делать? Конечно же, дари ей регулярно цветы. Лучше узнать, какие она любит, чтобы не попасть впросак. А лучше разнообразить букеты каждый раз. Пусть это будут и ромашки, и тюльпаны, и хризантемы. Так ты будешь непредсказуем и сможешь удивлять. Проводи с ней больше времени и старайся узнать все ее увлечения. Катайтесь вместе на роликах, на велосипеде или гуляйте за руку по улицам пустынного города. Качественное время вместе не заменит никакой дорогой подарок. Побольше читай, смотри новинки фильмов, чтобы вам было о чем разговаривать. Девушки и женщины любят умных парней, и мужчины всегда проникаются глубокими разговорами. Да и провести жизнь с интеллектуальным мужчиной, развитым во всех областях, мечтает каждая представительница прекрасного пола. Познакомь ее со своими друзьями. Так повысится ее доверие к тебе, и она поймет, что у тебя серьезные намерения. Расскажи им, какая она замечательная и что у тебя все серьезно. Иначе они могут воспринять ее как очередную твою подругу, и она будет разочарована. Не забывай поздравлять ее и ее друзей с их праздниками, все дни рождения пусть запомнятся особыми сюрпризами. Особенно ей запомнятся не банальные подарки, а оригинально продуманные. Например, квест с поиском подарка и подсказками на пути. И, конечно же, стихи. Если ты не умеешь писать сам, найди красивый стих и напиши его на красивой открытке или присылай его ей в СМС. Пожелание спокойной ночи и доброго утра в маленьких четверостишиях запомнится ей, и она проникнется твоим романтизмом.